Приветище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем. В прошлой серии у нас была дичайшая схватка с ящером. Мы стали еще злее, костюм на нас влияет прям капец как. В общем, все закончилось относительно хорошо, и сейчас мы направляемся домой к MJ. Почитать ее новенькую статью. И еще я забыл постирать дома простыня. Наверное, мне очень стыдно за это, потому что MJ в гостях и все дела. Это сюжет, про который я говорила. Мне интересно твое... Молодец, MJ. Не терпится прочитать. Стой. Костюм еще на тебе? Думала, Коннорс поможет тебе его снять. Как же Гарри? Слушай, давай обсудим это завтра. Я так замотался с этим ящером. Нормально такой. Вломился в окно. Ну хорошо, хоть к себе домой. Ага. Какой заботливый симбиот. MJ в шоке. Валился, короче, в окно и заснул. Даже статью не почитал. Какой хам. Опаньки. Охотники нас вычислили. Пит. Гляди-ка, а Питера-то уже и нет в кроватке. Ну, не так уж их и много. Симбиотик, походу, смотался, пока Пит спал. Погоди. В натуре. Его уже нету. То есть сейчас Питом управляет симбиот. Понял тебя. Готовченко? Я на опыте уже. Через окно не выйти. Только если по лестнице. Да, сразу видно, что ты не Человек-паук. Где же ты, Питер? Эй, что у тебя? Прием. Похоже, тут живет не только паук. Иду проверить. Тихо, спокуха. Не переживай ты так, когда видишь девушку если впервые. Если перекрыты оба выхода, попробуй уйти через подвал. Давай, пошли, рискнем. Только не скрипни. А, спасибо. Сейчас будем спускаться по лесенкам, а они будут скрипеть. Не, смотри-ка, подлянки не было. Верстак Пита. Что тут у нас лежит такое? Паутинометы. Отлично. Ты серьезно хочешь их на пушку прикинуть? Стреляй! Стоять! Огонь! Нормально стреляешь. Теперь бежим. А, еще и нокаут. О, нифига себе комбо какой. Прикольно она. Ой, не перейдите дом. Кто-то идет. Они вот-вот спустятся. Надо нормально выходить. Она придумала с нитеметом. О, с паутинометом. Майлз, помоги. Хорошо, когда есть другой Человек-паук, да? Охотники, умай. Опаньки. Это он! Питер? Это уже не Питер. Питер спит. Чтобы найти Пита, надо миновать охотников. Прицеливаемся. Нормально. Почти как Человек-паук. Только с пукалкой. Давай вот этого тоже пришпилим. Нормальное, да, название? Пришпилим охотника. Давай. Хорош. Перезарядка эжекторов. Перегревается. Слабенькие. Для MJ эжекторы. Так. Сейчас мы очень грамотно сделаем. Молодец. До машины того не потащим, но можно его электрошокером шлепнуть. Получится же. Нормально. Я это уже говорил, но за MJ гораздо проще в стелсе играть, чем за Человеком-пауком.
Это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, так весело. То, что хрупенькая девочка и так всех разносит. Охотник ранен! Ищите виновных! Блин. Секунду! Это могло бы... Обманочка, обманочка! Кто-то меня там запалил. Журналистка на мне. Журналистка? Ты знаешь, что я журналистка? Ух ты, я тоже могу. Что думаете? У меня нет... Чем вам издалека зрить? У меня еще один выстрел, и я засну. А что, куда бежать, куда идти? Или мне просто всех надо обезвредить? Догнать Питера? А, понял. Вот туда. Да елки, ну ты что, пьяная? Не можешь подняться по лестнице? Питер пошел на следующую улицу. Может, тут можно срезать? Кто Давай вырубил по бакам. H2? Неизвестно. Оставайтесь на позиции. Если мы что-то найдем в доме, я сообщу. Принято. Здесь мне пора лезть. Отвлекающий маневр. Ну давай туда. Прям перед ними, прикольно. Светикаса. Думала. А теперь в нее надо стрелять. Ну я же попал паутиной, ну. Эх. Я узнаю. Делаем вот что. Журналистка. Или охотница за охотниками. Куда нам дальше бежать, это лучше будет. А в дверь войти? К соседям? Такая аккуратненькая. Эй, что вы тут устроили? Пожалуйста. Не затыкай мне рот. Прячьтесь в доме и тише. Он идет на стройку! Бежим. Пит впереди, в той новой штуке. Слушайте все, паук не один. Ему помогает эта девка из зоопарка. Это она уложила всех в доме. Я с нее шкуру спущу. Сначала мы поймаем паука. Не упустите ее. Мне больше будет проблем. Тем мне веселее. Помогите! Блин, нормально, хватило. Вот это опасно, конечно, очень. У меня еще один выстрел. Что? Мне хана. Меня попали! Давай! Красава! Так, оттуда стреляет? Да елки-палки, сзади! Засранцы! А так хорошечно шел. Ладно, в этот раз буду поаккуратнее. Эжектор, нужен! Еще! Давай! Доцепляйся ты уже! Прикинь, не хочет цепляться, засранец. Ладно, оглушу его. Паутина бракованная попалась, видимо. Пит впереди, в той новой штуке. Ку-ку! Ля-ля, чики-кирпичи. Куда дальше? Сюда. Приветики, пистолетики. Наверное, Пит пошел сюда. Просто мимо прошел вот так. Ждите, я выдвигаюсь. Я выясняю. Ловите в опасном месте я затусил. Она вообще в меня не смотрит. Прикол. Вот это я их ушатал. Надеюсь, Пит еще там. Здорово, чучмеки. Так, какой план? Девочка с мечами там, которая стояла, вообще такая смурная. Добраться до того дома. Чего вас так много, ребят? Охотники. Всю ночь вы выслеживали паука. Сверху запалили. Валим. Когда найдете его, она точно будет рядом. Вот, через окно давай. Not bad.
Она решила, что может уложить нас всех. Не стоит ее недооценивать. Никто меня не нашел. Я застрял. Я тихий, как тень. Все, я вот рядышком. Как я грамотно пролез, а? Даже толком ни с кем не дрался. Ну вот, вот с этим подерешь. Что, мне наверх? Да где он? Окно. О-оу. На, Настяру. Питер, пожалуйста, пойдем. Майлз. Я здесь. Догони его. Ты заценил МЖ моего котеев? Прости, что опоздал. Что там такое с Питом? Он не в себе. Думаю, это связано с тем костюмом. Он называется симбиотом. И вообще пришелец. Что? То есть он носит пришельца? Помоги ему, Майлз. Прошу. Хорошо, МЖ. Хорошо. Человек-паук! Это я! Ну вот, теперь я один. Он швырнул в меня крышку люка! Ты точно уверен, что в тебя? Еще как уверен! Он сейчас у выхода из туннеля Квинсбора! Тут повсюду охотники! Уже бегу туда! Не давай охотникам его отогнать! Я понял! Сколько вам мне стрел? Не вздумай падать! Там, блин, арбалетчики, тут щитники. Ужас какой-то. Прыгай! Нафиг вам. Отдохните, ребят. Сейчас еще по электричеством шибану сюда. Вот так вот нормально. Уходим. О, там, нифига себе, симбиотик разносит. Стой! Что происходит? Поговори со мной! Я раньше думал, он просто странный, но сейчас все не так. Его как будто даже нет. Еще хочешь? Давай, я тебе лучше засажу. Паук, на тане! Неплохо, неплохо. Это я, Человек-паук! Помнишь? Ну же, приди в себя! Как я напишу эссе до колледжа без лучшего наставника? Я почти на месте, Питер! Злится! И вообще ничего не слушает! Надо попробовать что-то еще! Я открыт предложением! Пускаю зал! Пришлепал его к стенке? Нет? Да ты чё, Майлз, японский гордовой, нас тут сейчас пристрелят, ты не можешь его уж пришпилить к стенке? Всё? Вытащите! Да, всё. Кого там вытащить? Не буду я тебя вытаскивать. Вот задрали меня. Не надо! Попробуй иначе! Попробуй. Давай-ка к стеночке. Хорош, наконец-то. Сраная толпа охотников, ужас. Майлз, запри меня и Пита в тоннеле. Что? Если мы останемся наедине, я смогу привести его в чувство. Я не уверен, что это... Давай, Майлз. Ну, ладно. Джей, ты в порядке? Но не вижу Пита. Подожди. Ах!
Стой! Я хочу поговорить! Конечно же, МЖ сейчас затащит на чувствах. Как может быть по-другому? Ну или, может быть, она на дудке сыграет, и симбиот просто свалится с Питера от этих звуков. Я тебя не трону! Куда ты бежишь? Он такую разруху мутит. Тут как бы МДЖ может сдохнуть. Прикольно будет, если симбиот на МДЖ переберет. И тогда бы мы узрели Венома Гёрл. Пит? О, я же говорил! Ну это правда не дудка, но тоже сойдет. Давай, слезай с него, симбиот. Зачем ты это сделала, Ванджей? Не трогай его. Питер, я знаю, ты слышишь. Должен слышать. А он спит, чё ты? Не мешай мужику спать. Кот-паук, мне понадобится твоя помощь. Ну что, МДЖ, какие новости? Что происходит? Я нашла Питера, но он спит. Это хорошо? Я не... Постараюсь его разбудить. Можешь задержать охотников еще ненадолго? Попробую! С друганом тут повиси. Ай, ты меня ударил. Стой, подожди. Давай как стеночки. Да не к этой. Ну ладно, это тоже пойдет. Повиси. Снайпера! Вы что, офигели? Ну, Майлз, давай наверх уже, японский городовой, сколько можно тут так лохариться. Что это за слово лохариться? Готов? Вы хоть понимаете, как шумите? Тут скоро будет полиция! Я слышу страх. Просто держу в курсе. Прибудет команда, которой вы точно проиграете. Так, предлагаю сделать вот так вот. А теперь вот так вот. Отлично. И теперь запустить. Хорош. А я упрыгал. Я упрыгнул, не туда, я упрыгал, куда хотел. Так, паутинку давайте делаем вот что. А теперь вот так. Лазим вам. И еще вот так вот. Снайпера бы запустить. Слишком много снайперов. Тут один остался в живых. Надо бы его добить. Добили. А! Меткий засранец. Ракетница. Ладно, пупсики. Вы сами напросились. Ловите. Ну, наконец, что-то хоть сделал. МДЖ, Пит проснулся? А это что такое? Искорки надо собирать. Давай, собирай, это восстанавливает здоровье. МДЖ? Ладно, надо поскорее к ним. Только разберусь вот с этими. Готово. Он с тем остался разобраться. Готов. Ой, бугай. К полу. Ну давай его, вот, шмантальни и прилепляем. Что, не помогло? Давай еще разок. Ой. А вот так? И так тут не сработал. О. На тебе. Парируем. Марк. Марк, спарируем.
Парируй им, давай, 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 давай. Хорош. Откуда вы, мутанты, растяжки переевшиеся, беретесь, а? Парируем. Нормально, парирование. Да хорош уже, ты что звучит-то? Может, электричество его субануть? Давай. Так вот. Паутинка. Нёть бэть. Поднимем его? Нет, воздух мы его не поднимем. Надо было... Да что ты будешь делать? Это же не босс! Да ну нафиг! Он меня вынес! Вы серьезно? Откуда ты вылез такой, Геракл? Ну давай, бугай, снова один на один. Выкинуть бы тебя куда-нибудь за пределы. Мимо! Давай еще подлетим. Теперь я к тебе. И вот туда тебя. О, отлично, все, я его выкинул. Ништяк. Просто надо было его скинуть сразу. Человек-паук! О, нет. Град не слушается! Спасите! Спасибо. Ах ты, уродец. За что? Не, только не Майлза. Прощайся! Очнись. Очнись. Будет немножко больно. Ты хочешь его шибануть электрошокером? Какой злобный голос. Я не хотела тебя ранить! Не смотри! Не смотри! Прекрати! Серьезно, она... А, ему в лицо попало. Надеюсь, тебе повезло больше, Майлз. Мы осмотрели весь тоннель. Он сбежал. Пусть так. Но скоро он сам явится ко мне. Котейка, защити меня. И котейка к месту вылез. Типа такой, я защищу его, не трогайте никто его. Че, нормально выспался? Засранец. В смысле?
Ладно. Нормальный такой. Там столько сообщений, ответил бы на что-нибудь хотя бы. Почему это я сплю на скамейке в парке? И почему у меня такое чувство, что я выспался как никогда в жизни? Снилось, правда, странное? Сообщение от Гарри! Пит, мне очень нужен этот костюм. Отец работает над новым лекарством, но... не знаю. Верни его, пожалуйста. Daily Bugle. Новая статья Мэри Джей Уотсон. Новая статья МДжей? Стоп, я ведь не успел ее прочитать. Так, короче, побежали к Гарри. Надо его выручать. Я не знаю, правда, как. Как мы снимем этот костюм. Он к нам очень хорошо прилип. Но будем что-то делать. Нашему обществу стоит пересмотреть понятие героизма как такового. Что с Человеком-пауком? Поступает все больше сообщений о том, что наш городской ветеран паутины ведет себя совсем не по-паучьи. МДжей, зачем ты так? Теперь от него больше вреда, чем пользы. Привет. Как самочувствие? Ты сам не видишь? Верни мне костюм. Пит. Что ты помнишь о вчерашнем вечере? Я помню, что очень устал. Пит, ты сам не свой. Костюм тебя меняет. Я жив только благодаря ему. Да, он классный, правда? Может, съешь еще таблеток и выложишь все как есть? Эй, стоп! Я из кожи вон лезу, чтобы спасти тебя. Это твоя благодарность? Говорю, стоп! Я видел твою статью. Я хотела тебе сказать. Но передумала, да? Мне нужна эта работа. Твоя работа – излагать правду. Да. А правда в том, что герой здесь я, не ты. А костюм? Как пообщались с Гарри? Не волнуйтесь, Гарри поправится. Спасибо. Что дружишь с ним? Вы двое росли у меня на глазах. Ты мне почти как сын. Я так горжусь твоими успехами. Спасибо, мистер Осборн. Мне пора. Да.
уйди! Прошу! Гарри... Сказал, уйди! Это самое хреновое чувство, когда ты умираешь и ничего сделать не можешь. Куча дел. И, похоже, опять придется все делать самому. Питер, где Майлз? Он вчера домой не пришел и не отвечает на звонки. Алло? Я на работе. Так, я разобрался с этим сторонним отслеживанием. Оно использует тот же код и частоту, что и мы. Кто-то украл нашу технику, что ли? Не может быть. Мы все держим под замком. Ты уверен? Ну, тогда разве что у нас завелся еще один Человек-паук. Но вряд ли. Продолжу искать. Может, если пришлешь еще данных, я разберусь. Да я не волнуюсь. Но если увидишь его, позвони мне. Спасибо. Майлз! Я тебе звонила. Часами. Тишина. Ты знаешь, что Майлз преследует Ли. Я его найду. Я обзваниваю больницу. Сказал же, найду! У меня все под контролем. У Майлза на уме только одно – Человек-паук. Ни школа, ни приятели. Лишь помощь тебе. Так помоги ему. Как я сюда попал? Нифига себе. Ну ничего себе тут охрана. Что будем делать? О, вентиль. Не вышло. Может, с другим получится? Один есть. Надо заблокировать остальные. Ну... Заблокировать типа так или просто поднять? Вот так. Небольшой проход есть. Ага. Оу! Я случайно не туда прыгнул. Ну, теперь мы знаем, что будет с Майлзом, если он туда попадет. А, все-таки я спрыгнул, да? Меня прям сюда зачекпоинтили. Ну, ладно. Тело-то сюда упало, так что будешь чекпоинтиться здесь. Они были пленниками? Здесь уже никого и нет. Ли. И он тут был. Окей. Как будем выбираться? Вперед и вверх. Ну ладно. Кто именно меня тогда вырубил? И что там с Питом и МДжей? У маленького паучка нет шансов. Вот у большого может быть. Но не у маленького. Маленький часто шустрее. Тебе что, не любовь? Человек! Тебе некуда бежать! Невидимость, 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 невидимость! Не работает невидимость. О, сработало. Здесь никого нет, чуваки. Вы что-то попутали. Опа. Это я. Готов? В колодец? Нет, не было. Так. Что это за голодные игры? Зачем Крейвену запирать меня здесь? Ганге, ты мне нужен!
это? Комната смерти, о боже. Я? Надо отсюда выбираться. Эти генераторы должны питать вентиляторы. Лучше, но все еще плохо. Нужно подключить остальные. Вот так. Еще один. Я что-то не совсем понимаю, почему Крейвен... А, где-то еще должен быть. Вон, наверху. Почему Крейвен их засовывает вот в эту вот игру, где они должны выжить? Это, знаешь, типа как пила. Это дверь. Похоже, другого выхода нет. Я думал, он с ними дерется, чтобы понять, насколько он сильный, а он вот что с ними делал. Знаете, как отсюда выбраться? Ты никогда отсюда не выйдешь. Мне уже тоже так кажется. О, ты так тоже умеешь? Смотри, я тоже. Видал, как круто. А ловушки эти зачем? Хотим узнать, на что ты способен. Цель на мушке. Еще другую позицию. Да блин, улетело. Эжектор так не вовремя кончается. Как тебя побеждать будем? Так пойдет? Ну лежи, лежи, не вставай. Картина. Какой шустрый! Лучше держаться подальше. Все, прибил его. В этот раз шустрее получилось. Разобрался. Надо понять, как отсюда выбраться. Похоже, они меня ждали. Конца края не видно. Вдруг охотники знают, кто я на самом деле. Вдруг они снимали мою маску. Вдруг... Ганке, ты меня слышишь? Ответь! А если они добрались до него? Добрались до мамы? А, снова охотники. Крейвену нужны еще дроны Коксины. Не получилось так, как я хотел. Меня спулили. Отдыхайте, не вставайте, не вставайте. Отдыхайте, ребятки. Вы слишком много трудитесь. Так, где еще? О, вот ты. Все? Вроде бы да. Техника Аскорб. Для чего она им? Каждую ночь мне снится смерть. Мое тело лежит под небом предков, на поле их поражений. Их слезы падают с небес, а огонь пожирает мою плоть. Я сделал то, чего не смогли. Мой последний вздох останется равному, а затем пусть мою душу вернутся. Можно было бы выбить дверь, но слишком шумно. Поищу другой способ. О, безопасно. Опасно, блин. Умудрился что-то сделать? Спасибо за содействие. Умудрился, это здорово. Вон туда давай стрельнем. Отвлечем чувачка. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот этот чувак что? Безопасно. Забираем быстро. Ништяк. Пока не просыпайся. Ой, а что произошло здесь? Сколько мусора. Ладненько. Осталось пятеро. Вот с этим можно разобраться вроде потихую.
Но я туда не долезу. Ого. Хорошо. Так. Ты. Трубу давай прорвем. Хорош. Человек-паук, назад! Ты что делаешь? Вы чё, как вы меня спалили-то? Ой, я не так хотел, но пойдет. Стреляй короткими очередями. Оу, это будет больно. Есть контакт. Ты еще как влип. Да блин. Вот так вот еще его. Достал. Давай, Майлз, шубанем. Все, вздыхай уже. Нет, ты посмотри, жучий какой, а. Блин, как же меня эти Миши не нравятся-то, а? Блин, сейчас сдохну, мать. Есть, парировал. Наконец-то! Меда больше нет, как говорил Питер Паркер. Его все съели. Похоже на выход. Надо понять, зачем Крейвен притащил меня сюда. Надо выбраться и связаться с Человеком-пауком. Узнать, как он. Ладно. Что происходит? Это... Может, ладно. Я... Я думал наверх залезть и по потолку выбраться. Но... Сейчас будет жара. Битва с Крейвеном по-любому. Раз меня так приветствует. Смотри, как девчонка прыгает. А вот и арена. Гладиаторские бои, елки-палки. Как в каменном веке. У Майлза реально не хватит мощи против Крейвена. Если Питер с ним еле-еле справлялся. Хотя он не справился. Питера замочили вообще-то. Если не симбиот, он бы и не выжил. Отсюда не сбежать. О, Ли. Я пытался. Долго ты добирался? Где же энергия юности, а? Бейтесь насмерть. Или вместе погибнете. И сколько же людей вы убили до меня? У меня не было выбора. Выбор есть всегда. О-оу. Так, прыжок через низкую горизонтальную атаку. Продолжить. Ладно, прыжок. Я не стану больше тратить свое время на слабаков. Докажи, что ты достоин меня убить. Я понимаю, ты хочешь меня убить. Но я тебе не позволю. С чего ты взял, что достоин жить? Я не умру тем, кем был. С чего ты взял, что достоин жить? Я не умру тем, кем был. Тебе не сойдет с рук все, что ты сделал. Внутренние демоны, дыхание дьявола, атака на ратушу. Не перечисляй мне мои грехи. Я знаю, что делать. Ты близко не знаешь. Берегись.
О, добивашка, 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 давай. Давай, давай. Есть. Рейвен тебя сюда притащил, или ты сам пришел? Оставь свое самомнение. Мы оба тут находимся. А вот это как тебе? Похоже, тюрьма тебя совсем не изменила. Ты не прав. Он что-то пробудил в тебе, паук. А ты в нем. Хочу увидеть, что. Молодец. Первый этап пройден. Тебе меня не победить! Паук, не убивай! С этим вы еще не дрались. Есть! О, думаю, второй этап будет как посложнее. Странно. Намного. Он отключил мою биоэнергию? Что делать будем? Ух, пронесло. Снова здравствуй, биосила! Теперь покажи свою полную силу! Сам лежи! Ты хоть немного жалеешь о том, что сделал? Как бы я тебя не обидел в прошлом, личных мотивов не было! За тебя-то не было! Чего ты хочешь? Извинений? Вот бы ты испытал хоть половину моей боли! Хорошо вышло. Получай. Отразил атаку. Хорошо. И вот эту штуку можно замутить. Сторона! Добивашка. Not bad. Ух. Сколько ему урона нанес добивашкой. Молодец. Хватит. Да. Вот оно. Почти. Последний этап не дали мне. А, все. Последний этап начался. Негативная энергия сводит с ума. Осторожней с ним, паук. Он отберет у тебя твое. Блин. Я не хочу убивать тебя. О, ты правда изменился. Зараза. Сам лежи! Он быстрый! Надо выбрать момент! Да, вроде пока сражаемся, ничего. Норм. Ты такой, чтоб быстрый. Выпрыгнул за кольцо. Ах ты, засранец. Не подпускай добычу слишком близко, Паул. Вот так. О, две волны. Нужно выбрать момент. Да зараза. Поймал меня. Давай, последний шанс. Либо он, либо я. Ой. Плохо дело. Я сейчас тут сдохну по-любому. Больше ты никогда надо дальше. Не сделаешь больно. Ё-ма, они автонаводящиеся какие-то. Ты ничего не знаешь обо мне. Зараза. Это было необходимо. Негативной энергии больше нет! Мои силы вернулись! Его власть над тобой развеяла! Верни себе контроль!
сделаем по-моему. Где вы? Нифига себе. Да ладно. Мне надо сосредоточиться. На самом деле меня здесь нет. Это все нереально. Что может быть реальнее страха? Я так полагаю, что Ли нас оттуда выводит что каким-то макаром. Что ты со мной делаешь? Просто смотри тебе в душу. Вижу мальчика, который боится быть один. Или подвести семью. Болтай сколько хочешь. Ты от меня не уйдешь. Ранить меня! У всех есть свой предел. Даже у Человека-паука. Надо только его найти. У меня есть все время в мире, чтобы залезть тебе в душу. Убирайся из моей головы! Убираться? Но тут столько всего интересного. Столько ужаса. Я не слушаю! Ты сильный, но сильнее себя самого не стать. Хватит, Ли! Где он? Майлз! Пит? Ты никак не поймешь! Я пытался обучить тебя сделать героем. Я знал, ты всегда будешь вторым, но... Ты всех только подводишь. Ты ставишь жизнь людей под угрозу. Так Человек-паук не делает. Он помогает людям, а ты только вредишь. Неправда. Эй, не надо обижаться на Гонца. Ты ведь даже не меня подвел. Отца? Нет! Так тебя зовут Майлз. Кто это на самом деле, Майлз? Спускайся, Ли! Как мне лучше? Просто сразись со мной! Ты хочешь с этим покончить? Давай! Какого черта, Майлз? Ли, я уверен, это ты! Конечно, это я. Я всегда рядом. На все ради тебя готов. Я не слушаю! Да, не уди... Удивительно. Ты же важнее всех на свете, да? Ты только берешь. Рискуешь мной. Рискуешь Хейли. И ради чего? Что получаем мы? Я знаю. Ты нас бросаешь. Вот и все. Или мы закончим, как Вин. Ганки! Я помню, я сказал, что это не твоя вина, но... Мне просто было тебя жаль. Не хотел, чтобы ты чувствовал себя виноватым. Особенно после того... Нет! Что стало с твоим... Заткнись! Все закончится, когда захочешь, Майлз. Ты меня обязательно впустишь. А пока... Страдай. Это жестоко. Чересчур. Михо. Михо, где ты? Я тут, мама. Я больше так не могу, Майлз. Тебя постоянно нет. Ты все время в опасности. Я знаю. Ты из-за этого погибнешь. Нет! И что потом? Ты не победишь, Майлз. Не надо было тебе позволять этого. Теперь я чувствую себя более одинокой и в большей опасности. Нет! Я хочу тебя защитить! Я смогу! Я это уже слышала. Я серьезно? Нет тебя. В день, когда он умер... Мам! В то самое утро,
Твой отец сказал мне, что все, что он делает... Нет! Нет, нет, нет! Майлз, пожалуйста. Я тебя люблю. Хватит, Ли! Майлз! Я сказал, хватит! Ты прав. Действительно, хватит. Все, что мне нужно, я получу. Все, хватит. Папа? Привет, Крепыш. Как же я рад тебя видеть. Как все изменилось с моей смерти. Теперь ты прямо герой. Но я не смог спасти тебя. И Фину. Если Человек-паук не может никого защитить, то кто? Да ладно. Ты больше, чем просто Человек-паук. Можешь и дальше прятаться за этой маской, но я знаю, кто ты. И чего ты стоишь. Я следил за тобой. Правда? И мне было больно. Где мальчик, которого я воспитывал? Ты трус. Позор нашей семьи. Ты так не считаешь? Считаю. Как и мы все. Ты неудачник, Майлз. И всегда будешь. Нет! Ты бы так никогда не сказал! Никто бы так не сказал! Я не... Пора сдаваться. Сдавайся, Майлз. Нет! Сдайся! Не стану. Сдавайся! 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 Нет! Новый приемчик крутой. Тебе конец, Ли. Я отказываюсь продолжать. Хочешь знать, кто я? Я парень, чьего отца ты убил у ратуши. Что? Он погиб, потому что ты решил, что твои проблемы важнее жизни других людей. Джефферсон Дэвис был героем, который спас людей от тебя. Майлз. Нет. Я больше не буду вас слушать. Смерть отца. И она меня сдерживает. Я сдерживал себя сам. Но больше не буду. Выберешься, разыщи паука. Не дайте ему идти! Ай да Майлз, ай да красавчик. Я верил в этого пацана до последнего. Это достойно лайка и подписки. Если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии, на которой мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи. Привет. Есть сообщение.